Вакцину Pfizer. Почему? Потому что мы хотим путешествовать по миру, а спутник нам тоже нравится. Мы вакцинировались в России спутником, а ревакцинация у нас получается Pfizer. Это обеспечит нам очень сильную защиту от коронавируса, и мы можем не только путешествовать по миру, но и общаться с нашими родными, близкими, ну, не боясь никакой. Двойная защита у нас получается. Я с семьей люблю путешествовать и хочу, чтобы для нас открылся весь мир, а не только какие-то страны. Обычно они здесь остаются 3 дня. Первый день идут в отель, сместятся, следующий день их водим на вакцинацию. Мы заказали термин, мы им пополнили документацию. Они дойдут, буквально само се подпишут и идем на вакцинацию. Люди не хотят ждать. Людям надо в Европу по каким-то своим делам. У кого-то родственники, у кого-то дела, кто-то учится, кто-то, не знаю, работает. В принципе, кто-то просто хочет в Европу, соскучился, да? Этот верхний должен прикрутиться, он какой-то тормозной. А по Сербии просто волнообразный спрос лавин, лавинообразно растет. И такое ощущение, что компания целыми днями продает только Сербию. WHO has said that it needs more data and it needs to go back and reinspect some production lines where it saw issues early on. And those reinspections, you know, that's a multi-week process. You know, it's not something that, and with good reason, it's not something that they just gloss over lightly. So I do expect that it will be approved eventually. Вы знаете, подумала бы, честно говоря, опять-таки читая литературу, что немного, вот своему верится больше, честно.